Всем привет! Вы на канале Бла-Бла Фьюзинг. Я уже год практикую кето-питание. Мой сегодняшний обед. Это, ну, что-то вроде запеканки. То есть здесь зимняя тыква, стручковая фасоль, 100 грамм, свежие шампиньоны, моцарелла, 30 грамм, кокосовое масло и домашняя сметанка. Вкусно, обожаю. Кстати, очень влюбилась в тыкву. Так, ну это же, конечно же, капустный салат, свежая капуста, просто зелень сегодня и посыпано все пищевыми дрожжами. Это вообще отдельная тема, очень вкусно. И сальтисон, 150 грамм, плюс витаминки. Витамины самые простые, там это группа В, аскорбутин и калий-магний. Всем приятного аппетита, всем привет, пока-пока.